Всем привет, с вами Денокс, и мы продолжаем проходить карту Пирамид Адвенчур, да. И со мной сегодня снова Action Girl. Всем привет. Да. И мы в прошлый раз остановились на том, что у меня все лагает, что мы код не ввели. Оказывается, мы неправильно вводили, цифры нумеруются сверху, а не снизу, как на телефоне Nokia. Поэтому давайте начнем. Так, 5... Один. И сколько там? Три. Семь. Отлично. Ура, классно. Погнали. А то у меня все лагает. Погоди, погоди, надо... Так, все отлично, включил. Погнали. Как видите, тут на стенах очень интересные рисуночки. Красивые. Да, которые, наверное, расшифровываются. Оу. Как же неожиданно тогда. Давай, так, прыгай. Тут прыгать. Я боюсь. У тебя много еды осталось? Ну, у меня много еды, да. Давай, прыгай. Ну, хорошо, тогда не жалко. Давай. Да, не жалко, отлично. Заодно узнаем, все ли у тебя потерялось? Нет. Отлично, тогда вообще я все осталось. Прыгаю, без боязни. Называется, ну бы в Майнкрафт вернулись. Ладно, окей, я чувствую, я в каком-то зале оказался. А, это тот же зал. Все нормально. Без паники, Денокс. Так. Ой, там еще плита стояла, меня скинула. Да. Жаль. Все отлично. Фу, я вынимаю эту фигню, которую тебя кидала. Все, давай. Все. Так, вот эту вот фигню выкидываю. Идем дальше. Так, что тут у нас? Тут у нас должны быть враги, я так понимаю, но... Здесь, наверное, должен сундук стоять. Нет, я ошиблась, нету. Так. Ладно, идем вниз. Нам вниз нужно. Надо набрать паутины, за ним деньги дают, и можно неплохо так. А-а-а! Лаги просто. Жесть просто. Ну как так можно-то с этими лагами? А-а-а! Тихо, тихо, тихо. Так, куда нам вообще здесь надо пробраться? Ой, извини. Они такие шустрые. Давно я с ними уже не сражалась. Да ё-моё, у меня просто глючит нереально. Так, стопе, стопе. Стопе, ребят. Давайте без фанатизма. Не надо этого. Все отлично. Нам нужно пробраться сквозь вот этот лабиринт искажений. Отлично. Давай, вот сюда вот прорываемся. Фух. О, мы молодцы. Приготовьтесь к сражению с лордом тьмы. Лорд тьмы? Ну, давайте. Я готов. Так, тут глаз нужно вставить. Итак, лорд тьмы. Вперед. Что делать-то? Сражаться с лордом тьмы. Так, да, вот что-то его не видно. Лорд тьмы совершает приготовление. Надо ждать. Я пока пробегу здесь. Он опасный? Он вообще как выглядит? Ну, должен появиться паук. Ну, хорошо. Да, долго-долго. Он даже, походу, дело его не видно. Можно поставить на паузу. Итак, мы продолжаем из-за технических неполадок. Паук не появился, и нам пришлось все-таки поставить Too Many Items и влепить глаз Эндера туда. Ну ладно, ничего страшного, бывает. Хотя я не знаю, с чем это связано на самом деле, но простите нас. Так, сейчас, наверное, будет... Да, сейчас будет паркурный момент. Джеронимо! А я сразу же допрыгнула. Я потушился.
Так, вот здесь вот надо использовать пистолет. Надо стрельнуть в ту кнопку. Ну давай. И бежать. Это, конечно, мастер просто. Ой, ой. Все. Так, ну надо быстро это очень делать. Ай. Ну я тоже попробую на всякий случай. Нет, это нереально быстро сделать. Как? Как? Ну надо аккуратненько идти и, ну в общем, в нормальном темпе, но не задерживаться. Черт, а мы же теперь респавнимся, это не там. А, это будет жестко. Отлично. Так, ну теперь я думаю, что уже, да, надо. Давай ты будешь, не знаю. Давай я буду стрелять. Стрелять, да. Стрелять. Патроны. Патроны. Это как, обычно стрелять, да? Стрельнула? Так, нет, стой. Нет, я еще ничего не делала, так, сейчас сама пробую пробраться. О, с первого раза попала. Ну, ты попала, подожди, я иду еще. Да я умерла уже. Да, это будет жестоко, все время бегать. Да, можно даже, не знаю, остановить. Мне кажется, будет зрителям неинтересно, когда мы все время так вот бегаем и умираем. Да, можно, конечно, остановить и пройти это безумие. Нет, это будет уже как-то не так хорошо. Так, ну у меня пока жизнь восстанавливается, ты иди сюда тогда, придумаем что с этим. Но думаю, как можно сделать? Кровать, мне кажется, лучше сделать. Да, ну тут... Может, конечно, да, то мы не айтемсом кровать вызвать и тут отдохнуть. Да ну, нет, нет. Потому что у нас нет с собой ничего такого, чтобы кровать сделать. Ты стрельни, смотри, сейчас она задвинется, ты стреляешь, и я постараюсь пробежать. Все, давай. Чё? Иди. Так, 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 осторожней. Осторожней. Блин, это невозможно просто. Да как так? Да нет, можно. Может, ты ко мне телепортируешься? Кстати, я нашла зелье огнестойкости. О-о-о. Этот хорошо. И где ты его нашла? Ну, в этом, в раздатчике, который здесь все время стоял, мешался, и я думала, что с ним делать. Это раздатчик? Погоди, это что? Да. Нет, это... Я не знаю, что. Да, это раздатчик. Вот это раздатчик, да? На, одно зелье я тебе скину. Так, сейчас я перестану гореть, восстановлюсь, и мы побежим. Ну, иди в воду, я не знаю. Ёлы-палы. Так, окей. Что-то я совсем что-то глючит, я приостановлю. Мы возвращаемся снова, и я уже нашел до первого постамента. Отлично. Сейчас экшен снова выстрелит, я перейду на следующий. Давай. Так, должно тут все вначале закрыться, да? Вот, все, теперь стреляю. О, я... Про, да. Так, иду осторожней. Зажатым шифтом, заметьте. То есть торопиться не нужно. Здесь главное аккуратно. Ой, молодец, все. Так, отлично. Даже не знаю, могу еще на один. Вот так вот. До следующего, ну, до следующего, ладно. Не буду рисковать. Пусть закроется сначала. Да, жесткое, жесткое, конечно. Место. Ну, вдвоем тут нормально. Да, одному тут просто жесть как-то проходить. Хотя, почему? Можно еще отсюда стрелять. Оттуда, в принципе, можно достать. Что, значит, закроется? Хотя, подожди, я мог бы и пройти, но рисковать не стану. И...
Вот, все, наконец. Ага. Погнали. Так, такой напряженный момент. Давай, да, выходи. Да, да, да. Я даже прекратил комментировать. Стоп. Все. Да, я тоже умерла. Так, давай. Что значит тоже? Ну, я просто умерла. Телепортируй тогда меня к себе, потому что мне уж тут смысла нет идти. Я сейчас умру, сейчас умру. Нет, все нормально. Ну, давай, как там, ТП, чего там? И мой ник, сейчас я скину свой ник, так. Не, я вижу твой ник. Ну, давай. Или, по-моему, мне писать надо, я уже не помню. Давненько не играл. Не-не-не, не так, не так, не так. Просто. Нет? А, там же ТП нужно знать значком, это... да. Угу. Вот, все, я с тобой. Так, отлично. Checkpoint. Stand here. Fire resistance на нас кинули. Ничего себе. Это ты кинул, да, или кто? Нет, это ты там. Злые души. А! Этот, понятно. Рычаг, рычаг надо нажимать? Я его нажал уже. Хорошо, идём. Так, все, пошли. Фу, понятно, нужно прыгнуть в лаву и... И тонуть. Нет? Не-не-не, тут в лаве должен быть проход, видимо. Так, я тут в эндер-сундук положу пистолет, все сложу. Так, я обхожу, что-то не вижу. А, во, все, вижу, вижу. Вышел. Как ты туда прошел, я не понимаю. Так Fire Resistance-то на мне находится. Mm. Ты его возьми на кнопочку там. Mm-hmm. Жесть, конечно. Тут еще паркурщина. Ой, ну и куда же здесь идти? А, вот все, я нашла выход, по-моему. Жесть, я горю. Смысл был фарзистые. Кончайся. Фу, так, отлично. Ну, я могу тебя ТП-шнуть снова. Давай, я не могу найти. Вот все, я здесь. Да, и опять лава. Блин. Что ж такое-то? Чё ж не получается-то? Два раза прыгнуть. Тут, конечно, не очень сложный паркур. Так, хлебушек, fire resistance. Я вообще из-за огня ничего не вижу. Я успел собрать из сундука все, да, заходи. Да, легко сказать. Ну хорошо. Не могу, не люблю огонь. Ой, как-то здесь темно. Да, сюда. Навстречу опасности идем. Да, о, мистическая библиотека Данталиан. Красиво. Сюда. Тут, наверное, были бонусные сундуки, но нам так вообще по боку. О. О, ладно, я пойду вперед. Ага, вперед. Мне кажется, я найду выход. Ну, я в себя верю. Ты пешнешь. Стоп, а я за тобой, что ли, иду? Я же даже... Куда я иду-то? За кем? Ух ты. Он такой большой, этот лабиринт. Да. Это все тебе... Челлендж. Так. Челлендж. Ой, я нашла. Все, я у выхода. Нашла выход, окей. А вон ты здесь рядом ходишь. Я тоже. Да, все, молодец. Пошли.
Я боюсь нажимать. Ну ладно, молодец, все. Так и знала. Что-то моя стража. Уничтожь его. Во! Ух ты! Класс! Блин, они просто появляются, надо пробежать и все. Ух ты, все, не повезло. Так. Ой, нельзя перепрыгнуть. Ну ладно. Поднимаемся. Так, ого. Сразу собираем себе сет. Ой-ой-ой. Печально, все картины поломались. Сет себе собирай из этих. Из великих вещей. Так. Что у нас тут? Fire Resistance. Night Vision, Instant Damage. Это, видимо, подготовка к боссу, что ли? О, я вижу бонусный сундук. Тут яблоко, потато. Собрала вещи? Ну да, только они выпали из картин, которые Крипер сломал, и все, в общем-то. Я буду сейчас в золотой броне ходить. Так, винный пирог. В золотой броне выпала из картин, которая... Да. Ой, нет. Оу, оу. Тихо, тихо, тихо. Наркомания какая-то. Идем, 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 осторожней. Не наступать. Ой. Ой, давай. Я на все наступила. А! Твою мать! Что это? Ай, ой, оу! Стоп, стоп, стоп. Это кто? О, мумий. Так. Стоять, стоять, стоять. Я сразилась с ним вообще-то так. Как-то так. А, нет, только не скидывай. Нет, блин. Поднимайся. Офигеть. Ой, тут что-то интересное есть. Да, казалось. Так, отлично. Любитель паркура называется. Скорее, угу. Любитель паркура, двоеточие. Точнее, в кавычках. Короче, вот. Так. Все, идем. Дун-д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 ун. Это музыка из Сеги. Не обращайте внимания. Так. Ты где там? Иду. Последняя комната, наверное. Вы двигались слишком медленно, мои воины. Убейте их. Так, я хочу взять вот это. Можно? Ну, конечно же. Как всегда. Что как всегда? Да и мне не достаются сундуки, я всегда опаздываю. Давай, я тебе дам сейчас, смотри. Instant Damage и этот... Strange и Smite. И Golden Sword. Зато получила броню суперскую. Зато. Так. Поднимаемся. Оп. Здесь опять должен кто-то появиться, я так думаю, да? Ну, я так думаю, что мы тут должны просто пройти поверху или где там. Вот. Нет, здесь... Ну, не знаю. Нет, здесь кто-то должен появиться, потом кто-то должен нам дать Ока Эндера, и все будет хорошо. А, Ока Эндера. Кто должен нам дать Ока Эндера? Дорогие зрители, голосуем. Кто же нам должен дать Ока Эндера? Дайте-ка подумать. Кто? Сценарное событие? Ну, думаю, да, сценарное событие должно дать. Да, сценарное событие, да. Мы приостановим запись. Так, мы продолжаем. Ока Эндера мистическим образом появилась. Мы идем дальше. В диспенсере ничего нет. Можно было бы понадеяться. О! Эндер чест. Ну да. Но нам он не нужен. Зачем тут эндер чест, если все вещи сохраняются в инвентаре? А, да я не знаю, я вот по привычке все складываю. Все самое ценное. Так, отлично. Мой любимый паркур. Да. Не, ну правда, я люблю паркур. А Талии самый нелюбимый паркур. Нравится. Так,
Куда идти-то? Сюда, туда. А, ты уже дошел, что ли? Рычажок. Нет. Я к рычажку двигаюсь. Так, наверное, это надо сюда. Ух ты. А мне кажется, не туда. А, да, рычаг, и потом обратно. Нет, не, да. Ну да, а потом обратно просто спуститься и по этим пройти. Но если что, ты меня тпшнишь. Я постараюсь дойти, блин. Все, напрасно. Печально. Так. А я что, наверное... Для разгона есть. Кстати, не туда надо было идти. А, до того рычага, ну... Окей. А, кстати, что это не до того рычага? До этого тоже. Все рычаги надо включить. Ну, он самый легкий. А, ты тот включила, да? Нет, я постараюсь как-нибудь допрыгнуть, я не знаю. Нет, имею в виду, вон тот. Получается. Где? Ух ты. Я невнимательная. Так, сейчас попробую включить. А то они по четырем углам комнаты стоят. Черт. Вот. Не взял разгон. Да, что ж такое? Да блин, вот это мы такие нубы. Я смотрю. Два нуба в одном месте. Черт. Так. Все точно получится. Е-е-е. Ну-ка. Отлично. Да. Там нужно как-то с этими лестницами мастерить. Да что ж такое-то? Да я тоже пробовала там допрыгнуть, там не получится. Ес, все, допрыгнула. Отлично, давай. Верь в меня. Я тебе верю. И сам иду к двери. Ну не надо так надеяться, я все равно упаду где-нибудь. А, нет, я дошла. Давай, по-моему. Нажимай. Все, круто. Так, идем. Дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Собачка еще одна классная. Классно, тут текстурпак, конечно, красивый. Да, как раз. Так, диамонт. Свою часть беру. Диамонды. Диамондовый меч, конечно, ну, почему да, бы и нет. Ну что, пошли дальше. Ой, еще. Ой, один. Сейчас, погоди. Запись. Так, все, простите, отошел ненадолго. Начинаем. Ну я, в общем-то, уже и закончила, я уже на самом верху. Ну окей. ТПш. Да нет, сам давай. Сам. Так, ну окей, тогда надо. Ну вообще, я думала, ты пройдешь. Нажимай кнопочку. Ха-ха-ха! Глупые людишки. Приготовьтесь к битве. Да, которая не будет. Ну, это, судя по всему, последняя битва, тут столько всего. А, ну, да, приготовьтесь к битве. Это тут должен быть босс там, господа. Должен быть. Но босса нет, есть. А босс сказал, что он ненавидит нас. И ты говоришь, ну, давайте спустимся за сокровищами. Хорошая идея. Так. А вот тут, кстати, и таляшки. Ты... Ой! Ну, ладно, окей. А она уехала без меня. Печально. Ну, хорошо, пусть дальше едет, все, я иду. Я тебя обратно отправила. Ладно. Допустим, мы эту карту немножко фейлово проходим, но... Да вообще немножко. Мы тут половину испытаний вообще... Зафейлили, да. Да.
Ничего страшного. Вместо того, чтобы тележки катили нас, мы их катим. Ну ладно, нормально. Что со звуком? Что со звуком? Это ужас. Ты снимаешь? Да, я снимаю. Я не понимаю, что происходит. Стоп, стоп. Mission accomplished. Well done. Все отлично. Итак, мы закончили карту, как видите. Всего лишь надо нажать на кнопку. Ух ты. Донокс и Гидер Глории, вы победили. Поздравляю. Заходите на наш канал на Ютубе. Thank you for playing. Мастер пиара просто. Ладно, вот такие вот дела. Мы прошли карту довольно-таки неожиданно. Но пропустили 3 битвы эпичнейшие. Что очень печально, конечно. Самый-самый сок, видимо, карты. Ну, с горем еле-еле как-то закончили с этими фейлами, но вы не обращайте внимания. Ну, да, подумаешь, с кем не бывает. Ну, наверное, со всеми, кроме нас. Ну, что поделать? Ладно. Так, всем спасибо, тогда. Да, всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь, если вам понравилось, на наши каналы, комментируйте. Всем пока и удачи! Пока!